15 суток ареста или штраф в размере 20 минимальных размеров оплаты труда. В социальных сетях появился новый фейк. Распространители недостоверной информации уверяют, что теперь за шутливые сообщения или картинки на тему коронавируса будут привлекать к ответственности. Более того, все мессенджеры, соцсети, форумы отслеживаются, а телефонные звонки записываются. Однако это неправда. Областное управление МВД призывает жителей быть бдительными и ориентироваться на официальные источники информации. Например, на данные оперативного штаба, которые размещены на сайте «Тюменская линия» в приложении Viber и Telegram-канале. При этом закон действительно предусматривает административный штраф за распространение заведомо недостоверных сообщений в размере от 30 до 100 тысяч рублей.